Всем привет, с вами Тристания и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина двух цветов. Я использовала остатки и фимо-мрамор. Любая текстура. Крахмал или присыпка, кисточка. Акриловые краски. Белая, желтая, синяя, зеленая. Небольшой кусочек бумаги. Игла. Лезвие, скальпель, бронзовая пудра, дотс, моделирующий инструмент, кисточка, маркер золотого цвета, щетка, коричневая пастель. Отрезаем небольшой кусочек от остатков и хорошо разминаем его. После чего катаем шарик и формируем заготовку. Светлую полимерную глину раскатываем в тонкий пласт 1 мм толщиной. Оборачиваем этим пластом нашу заготовку. Лишнее обрезаем при помощи скальпеля. Все выравниваем при помощи моделирующего инструмента и щеточкой наносим текстуру. Не забываем текстурировать бока. На текстурный лист наносим немного крахмала, а остатки полимерной глины раскатываем в длинный пласт 2 мм толщиной. Кладем пласт на текстурный лист и вновь прокатываем на паст-машине на той же толщине. Выравниваем получившийся пласт при помощи лезвия и кисточкой наносим бронзовую пудру. На отдельном листочке смешиваем акриловые краски до получения нужного нам оттенка. Пласт с пудрой разрезаем на множество треугольников. Укладываем наши треугольнички вокруг заготовки. Мне они напоминают лучики солнца. В работе помогаем себе иголкой и все хорошо прижимаем.
Оформляем серединку, из остатков делаем шарик и сплющиваем его, наносим текстуру щеткой, укладываем заготовку в центр. Дотсом делаем углубление по оставшейся поверхности. Все произвольно, кому как хочется. Лучики тонируем поверх пудры по выпуклым частям подготовленной краской. После этого я затонировала заднюю часть кулона, серединку и светлую поверхность пудрой, а вокруг центрального элемента растушевала коричневую пастель. Теперь при помощи маркера я добавлю немного зелено-золотистого оттенка и можно отправлять на обжиг при температуре, указанной производителем. После того, как все остыло, я присоединила фурнитуру и готово. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков! Пока-пока!